самая важная новость прошедшей недели, прошедшего месяца и прошедших всех вещей, это в том, что теперь будут выходить вот такие вот выпуски новостей. Если на этом выпуске новостей мы набираем хотя бы 100 просмотров, то, типа, выходят следующие выпуски. Вот. А также Arizona Roleplay Phoenix, конечно же, IP в описании, все прочие вещи также в описании. Приступим. Arizona Roleplay занимается адаптацией мобильного клиента под старые версии Android. Там, в общем, тема в том, что теперь под старые версии Android, начиная там с 4+, вроде как можно будет установить Arizona Mobile или нельзя будет установить все. То есть в этом вся новость. Спасибо. Arizona Roleplay установили новый мировой рекорд онлайна в SAMP — 16 тысяч игроков. После открытия нового сервака, 16-го, я не помню, как он точно называется, какое-то там вот это вот название их, как обычно, Payson, там, Glendale, Gilbert, что-то вот у них там все вот это вот прочее есть, типа, ну вот загуглите штаты Arizona RP, и какой-то из вот этих вот серваков там будет, наверное. То есть, поздравляю их с этим, они молодцы. Надеюсь, что когда они захватят полностью GTA SAMP и все остальные серваки закроются, они также продолжат закупать рекламу для GTA SAMP. Теперь просто оставаясь единственным проектом, который работает на всей вот этой вот системе мультиплеера, андроида и так далее. Все, типа, тут больше сказать нечего. За первые сутки на новом сервере Arizona Roleplay было зарегано 8,8 тысяч аккаунтов. И это вполне логично. Странно, что не 10 тысяч. Arizona Roleplay обещают завести масштабную оптимизацию в ближайшие дни и вернуть системы майнинга и охоты. Я, если честно, вообще не понимаю, когда они успели все это убрать, но, наверное, когда-то они все это успели убрать, и вот сейчас постепенно возвращают. Непонятно, для чего нужно было убирать, непонятно, для чего сейчас нужно возвращать. Хотя, наверное, понятно, для чего нужно возвращать, потому что люди типа такие: верните майнинг, охоту и все там вот эти вот прочие вещи. Я не знаю, что еще можно сказать. Завтра разработчики Arizona Roleplay запустят анонсированную оптимизацию системы майнинга и охоты на сервере Phoenix. Господи, как же ты плохо пишешь, Рома Злобин. На сервере Phoenix в тестовом режиме. Если все будет в порядке, вскоре запустят и на остальных. В общем-то, там все дело в том, что сейчас они вот запускают все это на Фениксе. И насколько я понимаю, так как новость уже такая старая, даже сейчас скажу, какого она числа, 14 мая, а ролик выходит там в числах, наверное, где-то уже ближе к 20-м. А сейчас уже все, я так полагаю, вернули на все сервера. Но если не вернули, то, разумеется, заходите на Arizona Roleplay Play Phoenix по айпишнику в описании, вводите мой никнейм Данте Коннор и играйте на всем этом проекте, так как там все отлично, замечательно и круто. Что-то разработчики Arizona Roleplay перестарались с оптимизацией. Сегодня все утро сервера проекта сбоили. Стоит отметить, что скрин, который приложил Рома Злобин, он идет с мобильной версии Arizona Mobile, который сейчас уже SAMP Mobile, и вот он действительно сбоил. А все остальные, типа серваки, они, как лично я понимаю, с компьютера, с лаунчера и с прочих вещей, они работали, ну, более-менее нормально. И почему он так пишет, что работали все плохо? Наверное, потому что хочет дезинформировать людей. Возможно, я путаю, и это были другие проблемы у Arizona Roleplay, когда сбоил только мобайл. Мне об этом писали, что там какие-то были вот эти вот цветные квадраты и все прочее, но и типа ничего не работало. Но сейчас вроде как все должно работать нормально. Не знаю, зайдите, посмотрите, как бы IP, сервака и все прочие вещи в описании. Мой никнейм Данте Коннор также находится там. Arizona Mobile теперь будет автоматически собирать данные о всех ошибках. Видимо, после того, после вот всех предыдущих новостей, после всех предыдущих проблем и всего прочего, Arizona Mobile, Roleplay и все прочие вещи, они решили собирать сейчас все отчеты об ошибках, поэтому если вы там заходите куда-нибудь, допустим, с Arizona Mobile или с лаунчера Arizona RP, или даже, по-моему, нет, с обычной сборки GTA SAMP вряд ли, но если вы заходите с какого-то вот то, что принадлежит Arizona Games, типа там лаунчер Arizona Mobile или лаунчер Arizona RP, то типа, ну, все должно быть вот вроде как собираться все ошибки. Если у вас там что-то вылетит, если там будет что-то вот это вот все прочее, то, разумеется, вся эта ошибка, она будет передана сразу же во все вот эти вот там туда, куда надо, в общем-то, и все это должны будут в скором времени поправить. Интересно, работает это или нет, если вот у вас была какая-то ошибка, у вас вылетала, и все это после этого фиксили, то, разумеется, можете написать обо всем этом в комментариях, рассмотрим, посмотрим и вообще расскажем, что там такое было. Также мастерская SAMP Mobile говорит, что сбор ошибок в автоматическом режиме, если у вас есть устройство, на которых игра ранее не запускалась, установите обновление и запустите отчет об ошибке, отправится на сервер в автоматическом режиме для ее дальнейшего решения. В общем-то, как я и говорил, типа, возможно, что это только на Arizona Mobile, а возможно, что это вообще на всех вот этих вот вещах, которые есть от Arizona, там, Games, начиная от лаунчера Arizona RP и заканчивая, в общем-то, лаунчером SAMP Mobile, который именуется до сих пор, кстати, как Arizona Mobile, при том, что он уже, типа, SAMP Mobile уже очень давно.
А в заключение хотелось бы сказать, что это такой, знаете, экспериментальный выпуск новостей. Я давно о нем думал. Давно думал, как спиздить эту идею Артемия Лебедева удачно, чтобы она набирала просмотры, чтобы было все прочее. Если вы сюда пришли только за новостями об Arizona Mobile и обо всех прочих вещах, разумеется, можете выключать данный видеоролик. Больше вы ничего интересного тут не найдете, кроме моего прыщавого лица. Ну уж, извините, переходный возраст, сами понимаете, 15 лет. Кто не был вот во всем этом переходном возрасте? Я пью пустую кружку, так иногда бывает. Вот, в общем-то, на чай, кофе и пепси-колу мне, к сожалению, не задонатили. Ссылка на донат, кстати, находится в описании. А также хочу сказать, что на Arizona Roleplay есть мой никнейм, Данте Коннер. Вы можете зарегаться, и при достижении вами 5-го игрового уровня вы получите себе 300 тысяч виртов на ваш игровой аккаунт, игровой счет, виртуальный счет и на все прочие вещи. Вы также все это получите. А также в описании есть там ссылка на скачивание лаунч. В общем-то, там, возможно, есть все, что вам надо. Вы просто должны туда зайти, и там совсем этими информациями ознакомиться именно там. Если вам понравился такой выпуск новостей, разумеется, ставьте лайки, подписывайтесь там на каналы и делайте все прочие вещи также там. Возможно, вам все это не понравилось и ничего подобного вы делать не будете. А может быть, понравилось, а вы делать не будете. Давайте я просто посижу и все, и больше ничего делать не буду. В общем-то, просто дотянем тут до 8 минут, чтобы все было нормально, хорошо и, возможно, даже замечательно. А может быть, мы и не дотянем до 8 минут, я не знаю. Возможно, если я дотянул до 8 минут, напишите в комментарии. Если не дотянул, то, ну, тоже можете написать какие-нибудь там комментарии или еще нечто вот подобное. А можете не писать ничего абсолютно. Мне без разницы и вообще абсолютно пофиг на всех вас. Я шучу.